Короче, периодически от разных людей я слышу, что Киров – это город для грустных. И вообще наша область – это депрессивный регион. Но я в корне не согласен. Вот вы просто возьмите и почитайте заголовки свежей прессы. Вот, например, Кировская область вошла в топ-10 рейтинга Russian Event Awards. Сорян за английский. А это значит, что праздники у нас ого-го. Или вот, Кировская область в топ-5 по доступности новогоднего отдыха в ПФО. Мы с вами курорт. Ну или, наконец, вчерашняя новость. Кировская область вошла в десятку самых пьющих. А значит, что мы веселые и есть на что. А если у нас возлияние, вечеринки, праздники, карнавал, то это значит, что мы совсем не грустный Киров. Мы задорный Киров де Жанейро. Арриба! Иха! Короче, прикиньте, как может засвистеть фляга и протечь бидон, если читать кировские новости и им верить.